смотри, ты смотри. В Древней Греции жители Спарты бросали слабых младенцев в пропасть. Зачем? Для общего оздоровления. Бери бумагу. Зачем? Составим списки кандидатур. Да, у нас ведь и пропасти поблизости. Пропасть найдется. Какие будут предложения? Но этих нельзя. Этих тоже нельзя. Но этого, само собой, нельзя. Ну, а этих... А этих-то почему? Да, их... Бросай, не бросай. Сидоров! Ну, что тебе? Пойди сюда. Некогда мне. Ну, пойди сюда. Ну, что ты? Чего? Сядь. Понимаешь, старик, какое дело? Поступило предложение бросить тебя в пропасть. Это зачем? Для общего оздоровления. Да что, я против. Погоди, вот ты напрасно. Ты пойми, если для общего, значит, для твоего тоже. Так лучше наоборот, для моего, значит, для общего. Ну ладно, все, иди. Ты свободен. А когда ответ давать? А чего тянуть? Ну как, пропасть посмотреть надо и вообще... Ну что пропасть? Что ты пропасти не видел? Пропасть как пропасть, придет время, увидишь. Вы только подумайте, мы его еще и уговариваем. Да ладно, все, давай ему бумагу. Пиши. Заявление. Я, Сидоров, обязуюсь броситься в пропасть. Да нет, не знаю, да ладно, брось ты, пиши. Броситься в пропасть 31 марта месяца. Нет, нет, подожди, 31 нехорошо, лучше 1 апреля. Бросим и дело с концом. Да, правильно. Виноват, боюсь я, ребята. Ну чего ты боишься? Ну мы же будем с тобой до конца. Ну почти до конца. Так у меня жена, дети. Да они тобой гордиться будут. Нет, ребята, нет, нет, не знаю. Ну куда ты пошел, ну? Прикинуть надо. Ты давай не тяни, ответ сегодня нужен. Товарищ, закройте окно, дует же. Что же это за человек, а? Любой розыгрыш во все верит. В общем, можно. Сделаем.